Всем привет, с вами July Dance Family. Сегодня мы снимаем разбор на The Boys Echo. Мы берем припевную часть. Начинаем мы с того, что на 7-8 мы опускаемся вниз. На текст I really wanna мы поднимаемся, выпрямляем ручки накрест, правая сверху с пистолетиками. Здесь мы делаем проворот к себе, и руки размахиваются вдоль корпуса. И когда мы это делаем, мы подпрыгиваем, приходя на правую ножку. Потому что как только мы на нее приходим, левая рука идет к уху, правая у нас в кулачке, и мы плечиком ее два раза подаем вперед. И это у нас делается вместе с шагами. Та-да, та-да. Да, то есть выглядит это будет так. 7-8. I really wanna echo, echo. Угу. То есть мы, приземляясь на правую, сразу идем на левую. И еще раз. Второй раз ручка поднимается выше, чтобы сделать удар к себе, поднимая правую ножку. На нее мы делаем шаг и как будто что-то кричим в эту сторону. Пам. А теперь в эту сторону вымахиваем ручкой. Мы тянемся, переносим вес на левую ногу, тянемся левой рукой в сторону, отворачивая ладонь от себя. И эта ножка нам как будто подбивает левую. Эту ручку мы заводим сюда. И распрыгиваемся на две ноги, бьем локтем в зрителя. Очень важно, чтобы это движение выглядело пам, как распрыжка. Не как вы подставили ножку, а именно распрыгнулись. Еще раз. Были здесь внизу. I really wanna boom. Echo, echo. Удар сюда. Пам и да. Когда мы сделали этот удар, начинает работать левая ножка. Она делает пяточка-носок, пяточка-носок. Центровой делает следующее движение. Ручки, шея. Все остальные два раза повторяют одно и то же движение руками к себе. Раз, два. После этого ручки опять у нас через низ заводятся за себя, и мы перебегаем назад. Та-да-да. У нас небольшой переход. Та-да-да. И левую ножку нам нужно оставить впереди, чтобы убрать ее назад, отдернув левую руку. Еще раз. Это у нас будет с вами выглядеть. Прыжок. Пум. Эко, эко. Удар сюда. Пам и тык. Ручка, ручка. I really wanna. То есть на I really wanna. Точку вставили сюда. Дальше. Ручки складываются перед собой, но не прижимайте их к себе. Оставьте здесь воздух. Снова задняя ножка левая будет делать пятка-носок, пятка-носок. Для того, чтобы она оказалась спереди, нам нужно с правой шагнуть назад. И тогда левая ножка как раз у нас окажется спереди. Последнее движение у нас было пам. Поэтому, когда вы ставите ногу назад, старайтесь ставить ее не выворотно, а вот таким макаром. Пам. Потому что тогда вам будет легче падать на правую и выбивать пятку сюда. Вы делаете бит, бит. Два раза. Та, та. Правая рука будет обводить голову, левая будет уходить назад, и с этим мы будем падать на заднюю ножку. Та. Здесь у нас переход, мы наступаем на левую ногу и бьем правым плечом вперед. Некоторые из ребят для усиления эффекта от движения помогают левой рукой сделать бум. То есть, чтобы эффект от удара был больше. Можете добавить руку, можете не добавлять. После этого мы делаем либо кик, либо через шорк выбрасываем ножку и спрыгиваем на две ноги. Пам-бам. В это время руки через верх идут в крест и тянутся по себе. Дальше две партии, справа и слева. Одинаковое движение, разница только в ноге. Те, кто стоит с правой стороны, раскрываются на правую ножку, на левую делают поворот, собирая руки к себе, и делают сброс энергетический в пол, что дает нам прыжочек от центра. И дальше у нас на 7-8 вернуться на новое свое место. Если мы стояли с левой стороны оттуда, разница только в том, что раскрываемся мы сюда, в эту сторону, поворачиваемся, соответственно, на правой ноге и делаем сброс тоже к центру, поворачиваясь корпусом сюда. И также на 7-8 возвращаемся на ту позицию, с которой мы начали. Сможете выбирать любую из сторон. Это, скажем так, первая половина хореографии. Еще раз разберемся вместе. Сидели внизу,
I really wanna echo, echo, ta, 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 и beat, ta, da, ta, da, ta, da, ta. I really wanna, ta, da, ta, da, ta, da, ta, da, boom, ta, ta, da, ta, da, ta, da, ta, da, ta. Переход. Вторая часть. На первый бит, бум, мы переносим вес на левую ножку, правая у нас тянется за ней, и мы делаем удар. И этот удар заставляет нас немножко подпрыгнуть и перенести вес в правую сторону. То есть мы сюда, бум, и в эту сторону. Когда мы уходим в эту сторону, мы два раза бьем коленом, бум, бум, наружу. Правая ручка идет либо на внутреннюю сторону бедра, либо назад. Вторая ручка назад. Соответственно, бум. Когда мы делаем это движение, мы стараемся работать немножко грудной клеткой и уводить плечико противоположной руки назад. То есть та, та. Дальше мы возвращаем позицию на две ножки, и у нас мягкие колени. То есть мы в плие не садимся, но и ноги не выпрямляем. Вот наша позиция. Отсюда мы быстро бьем кулаками вперед. И это нужно сделать очень быстро, почти одним движением. Та-да. Дальше ручки скрещиваются и собираются внизу. Это идет буквально на три счета. Та-да, та. Некоторые из ребят успевают раскрыть ладони и собрать. Некоторые делают сразу собранными. Далее, на рэп-часть мы левым плечом убираем его назад. Правое плечо вперед. Снова правое плечо, но теперь назад. И левое плечо вперед. Дальше мы покачиваемся с ножки на ножку, можете переступать, то есть делать прям шажочки, но лучше покачиваться, либо просто топать пяточкой. Темп будет достаточно большой. Итак, с этого положения мы сначала раскрываем руки, уводим их назад, сбрасываем, сбрасываем. Должны оказаться в этой стороне и резким движением, как будто, не знаю, утираем себе сопли, либо бьем себя по лицу. Поворачиваем в ту сторону, переносим вес на правую ножку, левую заводя назад за себя. То есть отсюда, пам. И выходим снова в то же самое движение, только на другую ногу. Теперь у нас два раза будет бить левое колено в сторону, и, соответственно, правое плечико будет уходить назад. И снова мы возвернемся на две ножки. Только теперь руки делают следующее. Также кулак-кулак мы очень быстро достаем. Дальше они идут в крест. И здесь мы их вытягиваем к плечам. Либо в кулаках, либо мы делаем кулак-кулак, крест. Вот такие могут быть ручки. Либо мы делаем вот такие ручки. То есть не принципиально, разведете вы пальцы, соберете вы их вместе, выведите ли сюда или оставите здесь. Ребята реально делают по-разному. Поэтому выбирайте, как вам больше нравится. Мне спокойнее в кулаках их оставлять. Далее ручки продавливаются вниз, ладошка на ладошку. И мы делаем слайд в этот момент на левую ногу, подтаскивая к себе правую. Дальше с правой ноги мы делаем шаг вперед. И в это время руки делают та-да. То есть мы раскрываем их в стороны и хватаем правой рукой себя за предплечье левой. Мы почти закончили. Из этого положения мы начинаем идти на правую ножку. Пам. В это время, пока мы на нее идем, у нас ручка скользит к ладошке, и ладони начинают подниматься к лицу. На второй шаг мы начинаем делать цветочек, то есть меняем ладони местами. У нас была правая сверху, поменяли так, чтобы левая оказалась сверху. И на последний шаг ручки раскрываются у лица. Пум, не спеша. И там будет такой звук наматывающий. Пум, там будет пиона. И мы начинаем в этом повороте разворачиваться назад. Здесь стоим, и по биту у нас начинается куплет. Есть еще солист, который стоит на центре, у него есть интересный момент, там есть музыкальный акцент, он не делает вот это раскрытие ручками, он делает соло, то есть он делает та-да, как все, ведет ладошку сюда, делает здесь этот прокрут, и вместо того, чтобы раскрывать вместе со всеми, он делает, он выходит вперед, левая рука у него спереди, правая ближе к лицу. Правым указательным пальчиком он как будто что-то наматывает, и в это время пальчики собираются в кулак у левой руки. Дальше мы делаем пап, дергаем ручкой, как будто стреляем на себя. В это время этой рукой второй свободной мы берем себя за подбородок, и после того, как мы это делаем, пум, мы поворачиваем себя за подбородок в сторону.
То есть у нас есть, и там будет два акцента. Чик, пам. Это то, что делает солист на центре. Соединим всю вторую часть. Итак, у нас идет бит, во, о-о, та-да, та-да, плечика, 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 раскрыли, увели, сюда, сюда, пум, отмахнулись, на е-е-е опять это движение у нас, та-да, крест в стороны, слайд, ручки, протянули, сделали петельку, намотали, сделали чик, пум. Либо разворот пиона и разворот назад в конце. Я буду танцевать партию солиста. Попробуем собрать полностью всю хореографию целиком от начала до конца подсчет. 5, 6, 7, 8. I really wanna boom. Эко, эко, дар, сюда, пам, и. Та-да-да-да-та-да-да-да-да. I really wanna та-да, та-да, пам, та-да, бум, та-да, та-да, шаг, поворот, удар, перемещение, прыг, е-е-е, та-да-да, та-та-та-та, раскрыть назад, справа-лево, вжух, е-е-е, та-да-да-да, вниз. Раскрыли, пам, пиона, вжух, чик, пам. Пробуем под скорость 50, 70, 85 и 100. Take care.